35 лет исполнилось школе номер 15 поселка Светлый. За это время стены школы покинули больше 1000 выпускников, а педагоги не раз отмечались престижными наградами района и республики. Так, среди лучших выпускников нынешний кандидат экономических наук Антон Коган, выпускник ВГИКа и режиссер Антон Коломеец, актер Мирнинского театра Тарас Старчак и генеральный продюсер медиакомпании «Алмазный край» Александр Шершуков. В 1982 году здесь было всего 3 класса. Теперь в школе 450 учеников. Особое внимание школе уделяют районные власти, выделяя финансы по различным направлениям. Для школы номер 15 выделено 3,5 миллиона рублей на то, чтобы наконец-таки поменять окна и утеплить стены в спортивном большом зале, который давно нуждался в ремонте. Выделены деньги по программе энергосбережения на замену светильников в школе.